И в первый раз я с таким столкнулся, что ну, что-то не то. И потом она в какой-то момент начинает плакать. И я такой, типа, сначала делаю вид, что не вижу, потом фоткаю, она еще больше начинает плакать. Я останавливаю, спрашиваю, по имени там ее называю, что случилось. Она говорит, типа, да ничего, все нормально, давай продолжать. Пару кадров делаем, опять начинает плакать. Я говорю, нет, так не пойдет. Что случилось? Она говорит, да, и типа, я сегодня с похорон пришла к тебе. Типа, у меня там то ли отец, то ли дедушка, я точно уже не помню, умер. Кто-то из родственников. Я не знаю, что делать. То есть, я вроде, ну, должен делать веселые кадры, я думаю, типа, ну, пытаюсь.